Волшебная вторая глава. Кстати, довольно симпатично сделано. Колоритно, скажем так. Понятное дело, что это все старая графика. Ну да ладно, что нам жаловаться-то? Трупы они оставили. О, нет! Этот камень горит! Горящий камень. Никакой логики. Так, это горит, но не сгорает. Может обрушиться хотя бы. Не. Все нормально. Зачем помогать выжившим? Странный пожар. О, нет! Они убили всех, кроме моей сестры. Как мне кажется. Так. О, нет! О, нет, папочка! Как ты мог умереть? О, у него есть голос. Сестра, убей его! Э? Господи, кто это? Крутой чувак. Они все мертвы. Ты же не хочешь с ними присоединиться, правда? Тогда давай руку. И мы телепортируемся в мою потайную обитель. В подвал удовольствий. Отлично. Блин, круто уметь телепортироваться. Я бы тоже хотел бы так. Смерть не всегда означает конец. Эликсир воскрешения может вернуть к жизни. Ладно, из крохотного семечка. Ага. Ты что делаешь? Не горячись, парень. Не со мной тебе надо драться. Ты, может, еще не понял, но я только что спас тебе жизнь. Окай, тебе нечего делать в дубовом доле. К тому же, если бы ты там остался, лежал бы сейчас рядом с остальными трупами. Идем со мной. Ну, пойдем. Чего бы не довериться этому старику. Он знал, что мы пойдем за ним. Было бы забавно, если мы не пошли. Меня зовут Мейс. Я глава гильдии героев. Ты наверняка о нем слышал. Конечно. Во всем Альбионе нет более безопасного места. И нет места, которое приятнее было бы назвать своим домом. Если ты хочешь отомстить, только мы сможем научить тебя всему необходимому. Отлично. Можно вопрос, как там нарисовался, маг? Я познакомлю тебя с твоим наставником, остальное объяснит он. Так, становится все интереснее и интересней. Гильдия — это средоточение жизни любого героя. Здесь они тренируются, отсюда начинают их приключения в зале. А, быстро грузится, господи. Ты же не прочтешь. Ты мой наставник? Я привел нового ученика. Вести его в комнате наверху вместе с девушкой? Лично я не думаю, что из тебя выйдет герой. Но Мэй знает, что делает. Да, лысый. Ну-ка, веди меня к девушке. Тогда за мной. Отлично, будем учиться на мага. Гоша, ну вообще-то в этой игре лучше быть воином. Нет. В этой игре лучше быть магом. Я говорю это, основываясь ни на чем. Ты будешь жить вместе с Уиспер. Она очень талантливая ученица. Сейчас она играет в лесу, но утром вы встретитесь. Сейчас тебе лучше поспать. Тренировки начнут завтра. Зачем сидеть мальчика с девочкой? Это нелогично, это мешает обучению. Пипец. Крутая у них тут плакса. Глупая плакса. Возьми себя в руки. Не, ну вообще симпатично сделано. Видно, конечно, что игра несовременная, но... Эй, просыпайся! Ты должно быть мой сосед по комнате. Ты ниже, чем я ожидала. Меня зовут Уиспер, я здесь уже месяц, это была моя комната, но это ничего. Мы еще и взрослые женщины будем спать? Отлично. Ты знал, что разговариваешь, когда спишь? Похоже, ты видел кошмарный сон. Я первую неделю так со многими случается. Ты еще долго продержался. Если не пошевелишься, ничего не получится. Наставник ждет нас в зале карты. Офигеть, ты ведь не хочешь опоздать в первый день? Пошли. Пошли, пошли. Будем с тобой пошлить вместе всю ночь. Так. Тебя не ходит сквозь ступеньки, красавцы. Это магия, Гошан, это магия. Кажется, наставник устал тебя ждать. Ага. Это наша карта телепортации. Наверное, на тренировочной площадке за рекой. Пошли! Ну, пошли. Чего это? Это карта? Какая-то убогая карта. Ну, да ладно. Я умею ускоряться. А, когда я стану старше. А как стать старше? Вау. Симпатично. Чего это вы тут делаете? Давайте, начинайте выпендриваться. Мы обсуждаем, я ли самый быстрый ученик в гильдии. Я добежал до демона-стража обратно за 50 секунд. Сможешь быстрее?
Да. Вперед, добеги до демона стража назад. Что? А где демон страж? Вы шутите? Надеюсь, я все делаю правильно. Не, погодите. А, это, наверное, он. Нет, это не он. Твой налёг, где демон страж? Вы шутите? Как мне найти демона стража? Пипец. Что такое демон страж? Что за ворота с головой? Да вы хотя бы поясните! Я ничего не понимаю. Офигенная игра. Где находится демон страж? Уж я что-то не вижу, но, по-моему. Господи. Ты даже до демона стража не добежал. Это круто, но где демон страж? Господи. Демон страж. Что называют демоном стражем? Понятия не имею. Чушь какая-то. Ладно. Чего это? Это могила героев. Где демон страж? Да беги туда, не знаю куда. Это называется старая игра. В чем прикол? Ну, конечно, я могу добежать, но я не понимаю, как это сделать. Так. Здорово. You're not. Ладно, ребятки. Вам повезло, что я не знаю, где демон страж. По каким-то неведомым для меня причинам. Он не подсвечивается на моей мини-карте. Ну и ладно. Пипец, сколько здесь клонов. О, сейчас будут учить меня драться. Ну что ж, парень, настало время узнать, есть ли у тебя потенциал. Войди в круг. Давай, готов. Теперь я хочу, чтобы ты ударил эту куклу со всей силы. Ладно. Просто иди, пока я тебя не оставлю. Нажмите пробел. Так. Бам. Бам. Нанесите 7 ударов. Что ж, не очень-то у тебя там получается, а? Держи, попробуй с этим. Меч! О, господи, Гоша наивный. Палка, конечно. Нажмите Q, чтобы взять палку. Бам. Вау, вау, вау. Бам. Отлично. Вот, так-то лучше. Зеленая волшебная душа. Чучело. Когда ты вместе с манекеном убьешь врага, появится сфера опыта. Эта сфера содержит знания, полученные из убийства этого существа. Очень важно, чтобы ты собирал эти сферы, иначе так ничему не научишься. Отлично. Волшебство. Так, нажмите, удерживайте левый shift. Отличная работа, парень. Так что до завтра. Что? Тревога гильдии, похоже, в лицу что-то случилось. Какое совпадение? Это хорошая возможность проверить крепость твоего духа. Я подожду тебя на входе в гильдейский лес, пока ты во всем разберешься. Что? Когда будешь готов, мы поговорим, что начать твое обучение. Какого фига? Истреби жуков, наводнивших гильдийский лес. Отлично. Чтобы посмотреть текущие задачи, нажмите F. Нажмите на карте, выполнить задачи. Так. Нажмите левую кнопку, чтобы выбрать параметр. Б для предыдущего меню и... что происходит? Проверьте навыков. Так, господи, почему тут такое управление? Вообще, наверное, можно подсоединить джойстик. Так, проверка навыков ближнего боя, тренировки гильдии. Остайтесь учеником, истребите жуков. Истребите жуков. Одно и то же. Ладно. А, стоп. Кстати... Ну, думаем, будем считать, что он автосохраняется. Ладно. И все-таки, где этот треклятый страж, демон-страж? Непонятно. Куда можно добежать за 20 секунд? Тоже непонятно. Слушайте, а может это, знаете, этот самый демон-страж? Есть идейка у меня. Есть у меня одна идейка. В принципе, плевать мне на это задание. В начале задания толком ничего не дают. Так что можно на них не обращать внимания. Гошен, в этой игре все очень важно. Так что недооцениваю их. Ладно, успеем мы еще, наверное, найти этот треклятый... Фига! Как ты тут оказался? Что это такое? Яблоко?
Ух ты, отлично, пригодится. Ну чё, наставник? Да, да, сейчас я убью твоих глупых жуков. Гильдийский лес. Лес чудес. Heroes Guild. Наставник всегда готов по... Ты пипец, ты даже не успеешь прочесть. Ладно, жуки. Готовьтесь к смерти. У меня есть палка. Пипец, послали ребенка убивать гигантских жуков. Вы, должно быть, шутите. Слушайте, а тут есть какие-нибудь квырки там, я не знаю? А, вот, смену цели, я понял. Еще не смел цели. И все? Ага, конечно, Гошан, все. Стой. Фокус. Фокус. Так, все, теперь-то все. Может, надо эту палку убить? Не, надо просто убить 7 жуков. И быть молодцом. Так. Простите, жуки. Наставник приказал убить вас. Плюс 9. Награда. Проверка навыков ближнего боя. Мне дали улыбку. Золото. 3 золота. 30, то есть, подожди, 20 золота. Офигенно. Так, это меня радует. Чего еще тут у нас есть? Не знаю, зачем я это делаю. Во-во-во, лестница. Нет. Где тайны? Тут должны быть какие-то секретики. Обожаю секретики. Ну, ладно. Так. Тут почему-то пузырики. Неспроста это. Ой, неспроста. Ладно, видимо, пока мы не можем это использовать. Так что пойдем к наставнику. И гильдия героев. Какое банальное название. Ну а что тут? Что тут придумывать? Проникать в чужие владения — это преступление. Все. Это все, что мы успели прочитать. Класс. Эти жуки нам сильно досаждали, а мы молодцы. Держи, думаю, ты заслужил немного денег. Заслужил, конечно. Гони бабки! Если хочешь больше денег, я уверен, что услуг найдет для тебя работенка. Или ложись-ка пораньше спать. Ты уверен, что готов оставить и стать учеником? Ну а как же побочные задания? Гошан, ты должен их всех выполнить. Да, я согласен стать учеником. Гильдия стала смыслом жизни мальчика. Трагедия дубового дома навечно осталась выжжена в его памяти. Но теперь он не думал ни о чем, кроме тренировок, и с каждым годом становился все более ловким и сильным. Изнурительными упражнениями были заполнены его дни, а ночами он корпел в библиотеке. Типа он такой умный, да? Наконец он был готов стать учеником гильдии, как и предвидел Мейс. Мейс — это, по-моему, лабиринт. Теперь начиналось настоящее обучение. Теперь я стал взрослым. Надеюсь, я все еще сплю с той женщиной. Подъем, лежебока. Мы должны быть встретиться с наставником на том берегу реки. А она не повзрослела ни капельки. Отлично. Почему она не повзрослела? Не знаю. Ну, в общем, благодарю за внимание, дорогие друзья. Продолжим. Кстати, у нас модный появился костюм. Всем доброго, до новых встреч!